Всем привет! Как вам мой новый цвет волос? Во-первых, пишите в комментариях, а во-вторых, я сейчас собираюсь на выступ, вернее, уже собралась, будем выступать сегодня отчетный концерт с танцами. Вот у меня есть тут поглаженная уже футболочка белая, которую мы вчера с перепугу поехали быстро покупать. Она у меня так на вешалочке, потому что я не хочу ее помять под курточкой, пока буду ехать. Так что вот так, накрасила вот такие стрелочки, нам сказали стрелки нарисовать, и... Вот. И помадкой. И еще. Я впервые за долгое время нанесла тоналку. Так как я лечилась от этих вот всех прыщей, мне как бы нельзя и так тоналку. Но я думаю, на выступление, которое бывает не очень так и часто, то можно. Блин, я с тоналкой какая-то такая красивая. А нужно добиваться такого эффекта, чтобы я без тоналки так выглядела. Так что все. Вот оцените макияж от 1 до 10. Хотите, покажу, что я с собой взяла на выступление в косметичку. Ой, все разбило. Косметичка, которую я, вернее, мне подарил Николай. Николай, на День Святого Николая. Короче, такая расчесочка. Тоналка на всякий случай. Потом тут ватные диски, ватные палочки. Вот такая кисточка. Пудра. Мицеллярка, вот вспомнила. Помада. Подводка. Помада и гель для бровей. Не знаю для чего, но возможно он мне понадобится. Вот так вот, представляете? Да, так что беру я с собой эту косметичку, беру белую футболку, я уже в черных штанах, которых мне надо быть, и рюкзак с кроссовками там. Кстати, оцените мой новый маникюрчик. Короче, вот такой вот у меня новый маникюрчик. Здесь такая полосочка на нюдовом, а вот тут вот намек на Новый год, так как Новый год скоро пройдет уже, кстати, с наступающим. В четверг будет уже Новый год. Вот. Я решила, типа, сделать такой более нюдик. И, кстати, укоротила свои ногти. Я решила сделать такой нюдик, но и намек на Новый год. Почему у меня я так сижу, у меня волосы красные. Кстати, насчет моих волос. Вы писали, что... Ну, кто-то одна там девочка писала. Я тебе завидую насчет твоих волос. Ну, теперь я тебе завидовала насчет твоих волос. Но теперь я не завидую, потому что они и так скоро выпадут. И так человек опять написала. Мне интересно, почему вы взяли со своей головы, что если я крашу полностью волосы, то они у меня обязательно выпадут? Почему они должны обязательно выпасть? Я не понимаю. Я просто покрасила волосы. Это мой выбор, и плюс они остались такими же, как и были, в принципе. Я за ними еще поухаживаю, всякие бальзамчики и так дальше. Я купила специальное масочко, жидкий шелк, и все с ними хорошо будет. Ничего не выпадет. Волосы особо не испортились, все хорошо, густота осталась. Не будет у меня никаких редких волос, и мне не придется бриться на лысо. Я брала нормальную краску, не в переходе, какую-то там супер дешевую, а брала адекватную нормальную краску, и ничего со мной не случилось. Так что выкидывайте эти стереотипы с головы, я не облысею, все будет хорошо. А мне нравятся мои классные теперь новые волосы. А почему бы и нет, собственно говоря, правда? Мне кажется, мне розовый цвет довольно тоже хорошо идет, а то все писали, что привыкли уже к моим красным, и красный больше идет. А мне кажется, мне розовый тоже идет, просто вы уже привыкли к красному, и я сама тоже привыкла уже к красному, поэтому будем привыкать все вместе. Ну, мне очень нравится. Так что все, мы поехали на выступление, будем выступать. Желайте мне удачи. Еще будет немножко, возможно, за кулисы, или папа что-то поснимает, потому что я не буду с собой камеру туда брать. И вот, и пошли, пока. Ой, еще, кстати, вчера на генеральной репетиции, если кто-то не улыбался, то нам пришлось сделать 100 приседаний. Угадайте, кто-то не улыбался. Да, конечно, мы делали 100 приседаний, теперь у него очень сильно болят ляжки. Но надеюсь, мы разомнемся, и все будет хорошо. Все, я же пошла. Сейчас пришла, камеру забыла, и телефон, и в принципе все. Мы на теле расписаны. Ответишь нас в видео. Ты ответишь нас в видео. Да, я тоже хочу. Мы любим Диану. Дай ты сказать!
Короче, мы пришли, тут меня сразу же обложили. Обложили бомбами. Ты уточняй, чем тебя. Внимание, внимание. Внимание, да. Короче, мы пришли, уже все переодеты, все красивые. Конечно же, у нас все красивые. Будем скоро выступать. Тут слишком громко, я уже была, успела заблудиться, потеряться, не знала, что делать. Писала всем, спасайте меня. Меня в итоге никто не спас. Мы тебя молились. Это постанова. Это все. Очень помогает. Постанова, она не делит. Короче, все хорошо, мы танцуем, у меня розовые руки, все прекрасно. Маникюрчик, наньте, девочки. И мои пенечки. Ага. Снимаем сторисы там. Это специально, чтобы опозориться на весь этот. Домой. Мы еще сходили на уличку погулять. Конечно же, покушали, нагулялись. А знаете, что мне дали после этого концерта? Мы, во-первых, были просто бомбические, нереальные. Вот, я очень довольна, мне очень понравилось. И нам дали вот такой вот небольшой кубочек. Там каждому давали такой небольшой кубочек. Супер-денсер, типа супер-танцор. Вот, это давали, это был отчетный концерт, чего мы научились за эти 4 месяца. Между прочим, этой команде всего 4 месяца. И мы были просто такие классные, так классно сейчас танцевали. Мне очень понравилось. Эта атмосфера, эта музыка, ой, вообще классная была. Я считаю, что мы станцевали не хуже тех, которые были до нас. Ну, то есть те, которые жили команда по году, по 2 года. Я думаю, что мы вообще были супер. Правда? Ой. Я такую маленькую штучку зафурделила вот такой вот корыце с чипсами. Вот с такими вот лавашками, лавашками вкусными. Я купила супер острый лаваш, запекла его, ладно. Добавила маслечко и поставила в микро. Так что как-то так начинаются мои каникулы. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Джесси, давай ты лапкой. Ладно, давай задней.